Всех приветствую, вы на канале Ли Гончарова, и сегодня я хотел вам показать, каким же образом я трудоустраиваюсь, и тем самым хочу показать вам наглядный пример, как вам трудоустроиться тоже на предприятие Летней Путины на Камчатку. А перед началом просмотра не забудь подписаться на мой канал, поставить мне лайк и нажать на колокольчик. Ну что ж, поехали! Очень много комментариев мне пишут в Инстаграме, ВКонтакте, видео на YouTube о том, как, Илья, ты трудоустраиваешься, расскажи. Сейчас я вам покажу просто все на примере. Мы с вами сегодня созвонимся одной из компаний, которая располагается на Камчатке, и вы все увидите, как это происходит. Ничего сложного в этом нету, достаточно просто сделать кое-какие действия и поговорить по телефону. Заходим мы с вами через телефон, через компьютер, неважно, в любой браузер, Google, Яндекс, в поисковик. Пишем. Сегодня будем с вами звонить в компанию «Восточный берег». Пишем в поиске «Восточный берег, Камчатка». У нас открывается с вами в поиске информация о данной компании. Листаем ниже. Видим номера телефонов и место расположения на Камчатке отдела кадров. Переходим на сайт. Официальный сайт компании, как мы можем наблюдать, написано «Компания Восточный берег», рыбодобывающая, перерабатывающая компания. Тут информация по продукции, по производству. Переходим в контакты. Видим, что юридический адрес — Карагинский район, село Ивашка, улица Береговая. И вот номера телефонов городские. Имейл, факс. Вот у нас расположено, получается, здесь 5 номеров. Извиняюсь, 4 номера. Будем звонить поочередно. Начнем с первого номера телефона. Теперь мы не забываем, что разница с Камчаткой у нас от московского времени 9 часов. Я живу в Ростовской области, у нас московское время. Сейчас у нас час ночи 54 минуты. На Камчатке сейчас будет 11 часов дня. Сегодня у нас четверг, поэтому работает отдел кадров. Можем набирать. Набираем номер 8-452-226-679. Производим звонок и ждем. Алло. Привет, мелкий. Что ты делаешь? Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете. Могете просто. О, первый блин комом, а второй гостям. Ну ладно, ничего, попробуем другой номер, который указан у нас на сайте. Пробуем. Thank you.
Здравствуйте. А я хотела вас узнать по поводу трудоустройства на летнюю путину. Звоните в конце февраля, начале марта. Начинается набор. В конце февраля, начале марта. Все, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Вот, слышали, ребята? Первый номер у нас, который 226-679. Ответа не было. Были какие-то помехи, звуки непонятные, да? На второй номер набрали, который 300-002, ой, 300-302, и созвонились с отделом кадров. Все, что вы сами могли слышать, что ответил человек, который занимается в отделе кадров, звонить в конце февраля, начале марта. Так что ничего сложного. Если у вас с первого раза не получилось дозвониться до компании по одному номеру, набирайте по второму номеру. По второму номеру не получилось, набирайте по третьему. Не получилось на три номера, не расстраивайтесь. Вы позвоните на следующий день. На следующий день не получается, на следующий день. Рано или поздно вы просто-напросто дозвонитесь для нужных людей, пообщаетесь, а там уже и будет все идти от вас и разговора. Все. Поэтому вот такой небольшой лайфхак для начинающих, кто хочет устроиться, работать на Камчатку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. С вами был Илья Гончаров. Всем успехов, удачи и пока!